Мы много говорим об уровнях и Бога, разных уровнях, и разных уровнях отмены. И кажется, что есть тут какое-то такое первичное состояние, которое мы как бы даже обходим. И он говорит это здесь, очистить Ницуцим от примеси нижней гей. То есть мы должны, прежде чем рождение заново и Бога, вхождение в духовное, вообще согласиться, вообще умертвить себя, вообще уничтожить все, что называется желанием получать. И это как бы это проблема, иначе мы не сможем продвинуться на следующие этапы. Потому что чего нам говорить о более продвинутых состояниях, но не выясняем, как я прихожу к состоянию, когда я согласен и готов убить желание получать до конца. Я не понимаю, о чем ты. Я не понимаю. Я не готов себя убивать, не хочу себя убивать, и не будет такого. Это совершенно неправильно. Я не думаю, что человек может, что человеку в голову может прийти нечто подобное. Это есть непонимание того, чем он занимается. Мы сюда пришли наслаждаться. Смысл творения, суть творения в наслаждении. Я не знаю. Если я ассоциирую себя с Творцом, я пришел, чтобы прийти к подобию с Ним, я сливаюсь с жизнью жизней, с совершенно неограниченным наслаждением. Почему мне нужно думать о смерти? Я буду как тот глупец, который сидит сложа руки и поедает себя. Я этого подхода не понимаю. Нет, мы сначала должны решить, что мы убьем себя. Почему? Я собираюсь получить жизнь, жизненную силу. Это неправильный подход. Мы сюда что, страдать пришли? С какой стати? За стенками нашего учебного зала мир страданий, а сюда приходят те, кто хотят пострадать еще больше. Нет. Мы хотим прежде всего... Мы хотим распространить это всем, прежде всего самим себе. Мы сюда пришли наслаждаться. Если я не наслаждаюсь, в каждую минуту я как будто бы проклинаю Творца за то, что Он сделал мир таким плохим. И меня в этом мире тоже. И вся моя судьба тоже. А Он, добрый, творящий добро, такое сделал? И он один действует во всей действительности, и все зависит от него. Смотри, что он натворил. Если я так сужу о реальности, я называюсь глупцом. То есть я не понимаю, что он, собственно, сделал. Для того, чтобы правильно относиться к действительности, мне нужно слиться с ним. Все. Все.